противоположные стороны. И необходимо отдать должное городу и области, в эту работу включились, отселили оттуда все и планировали как раз вот сзади цирка сделать такой небольшой сквер для того, чтобы зрители в цирк, придя, там могли время скоротать в этом парке, в сквере, с детишками, а зимой, чтобы был каток. Вот эта зона парковая просуществовала всего одну зиму. Потом умудрились ее занять под магазин. Ну и сами-то задумайтесь, вот к чему это все приведет. Поэтому если мы будем любое пространство, которое можно использовать для отдыха людей, сохранять, потом облагораживать, использовать под либо спортивные какие-то комплексы, либо под зону отдыха, у нас совершенно по-другому будем себя чувствовать в городе, потому что фактически продолжением твоей квартиры является двор, является сквер, является парк, и будет комфортнее, уютнее. И поверьте, это принесет намного больше и в плане здоровья, и в плане внутреннего самочувствия, такого равновесия, чем если сплошные вот эти вот ларьки кто-то там возьмет, натыкает или там что-то еще такое построит, что будет только раздражать или не даст никаких новых возможностей для наших детей, для тех, кто хотел бы отдохнуть. Поэтому вот если даже говорить о таком направлении, мы его сейчас задали здесь, рядом с другими школами, у многих уже в голове появится другое отношение к этому, что лучше это сохранить, лучше завтра обустроить, оборудовать с тем, чтобы это можно было бы использовать для детей, для жителей, кто вот рядом живет. Понимаете, мы сами изменим свои отношения.